Капитан полиции Михаил Тупицын из Муравленко поборется за право выступить в финале всероссийского конкурса «Народный участковый». По итогам народного голосования он вошел в пятерку финалистов, набрав 179 голосов. Ямальцы выбирали своего участкового из 12 претендентов. Главными критериями для участия в конкурсе стали отсутствие дисциплинарных взысканий и стаж службы. Михаил Тупицын в полиции служит с 2009 года. В Муравленко приехал полгода назад из Краснодарского края. И сразу зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и исполнительный сотрудник. Об этом говорят и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.